Саженцы монарды гибридный Raspberry Vine, монарда Хайба. Травянистое многолетнее растение с очень ароматными листьями насыщенного зеленого оттенка. Взрослое растение достигает 80 см в высоту и 90 см в диаметре. Почва должна быть легкой, известковой. Предпочтительно высаживать на солнечное место, хорошо защищенное от ветра. Raspberry Vine цветет все лето яркими, насыщенными вино красными цветками. Широко применяется для групповой посадки в цветниках, миксбордерах. Можно красить бордюрную зону или искусственный водоем на участке. Листья можно сушить и добавлять в напиток как пряность. Монарда гибридная Raspberry Vine – это травянистые высотой 60-80 см, диаметром 80-90 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Аромат у цветов приятный. Окраска цветка винно-красная. Лист растения по форме ланцетный. Весной листва по цвету темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.